актер Сергей Векслер вполне мог бы стать законным мужем красивой актрисы Ирины Апексимовой. Но в дело вмешалась мама актрисы. По ее мнению, ранние серьезные романтические отношения у дочери могли помешать ее будущей актерской карьере. Именно этим взрослая женщина и аргументировала, уговаривая наследницу бросить парня. Пара рассталась. Актерская пара Дмитрия Рощина и Елены Кориковой образовалась еще в студенческие годы. Однако по настоянию своей мамы Екатерины Васильевой Дмитрий бросил любимую девушку, когда та была уже беременна. После этого ни он, ни бабушка так и не признали своего наследника Арсения. Яркая актриса Татьяна Кравченко могла бы стать женой харизматичного актера Андрея Леонова, если бы не его звездные родители, которым молодая простая актриса пришлась не по душе. И несмотря на то, что молодые люди действительно любили друг друга, им все же пришлось разорвать свои отношения, так как сын не мог пойти против воли своих знаменитых родителей. Ситуация с отношениями Светланы и Федора складывалась неоднозначно. Ведь с самого начала родители режиссера не взлюбили невестку из простой семьи. Вероятно, ответной реакцией и была не любовь со стороны родителей Светланы к будущему зятю. Несмотря на эти сложности, пара все равно была вместе, но обходились без помощи звездных родственников. Однако спустя 25 лет после свадьбы актриса и режиссер все равно развелись. Возможно, в их расставании родители с обеих сторон сыграли не последнюю роль.